Хочу пригласить Надежду Абакумову, замечательного пиарщика, девушку, которую приятно всегда читать, и не только в Фейсбуке. Я хочу передать микрофон и также пожелать удачи, чтобы вдохновиться и не сбиться. После квеста пойдет. Закончили. Пиарщиком ты меня как-то... Вроде да. Да? Нормально? Угу. Точно не пиарщик, но человек многих профессий на самом деле. Я буду читать Геннадия Шпаликова. После Максима Кассандры, конечно, это тяжело сделать. Да, мы недавно с Максом узнали, что один из наших любимых поэтов. После многих лет дружбы вот еще и на этом сошлись. Стихотворение называется «По несчастью или к счастью». Прозвучало оно в гениальном исполнении режиссера фильма «Подранки» Николая Николаевича Губенко. Он сам его там читает. Я, конечно, не смогу даже передать ей половину этой интонации, но стихотворение давно запало в душу и постараюсь, вот, по крайней мере, вдруг кто-то не слышал. По несчастью или к счастью, истина проста. Никогда не возвращайся в прежние места. Даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне. Путешествие в обратное я бы запретил, и скажу тебе, как брату, душу не мути, а не то рвану по снегу, кто меня вернет, и на валенках уеду, 45-й год, 45-м угадаю, там, где, боже мой, будет мама молодая и отец живой.